Глаза – это орган, благодаря которому мы видим. Глазное яблоко имеет шарообразную форму. Внутри глаз заполнен стекловидным телом. Это прозрачная жидкость, которая покрыта сетчаткой. В сетчатке расположены фоторецепторы – палочки, их 120 миллионов, и колбочки – 6-7 миллионов. Палочки чувствительны к трем цветам – синему, зеленому и красному. Их комбинация дает весь большой спектр цветов, которые мы видим. Колбочки чувствительны к слабому свету и обеспечивают зрение в темноте. Полученная информация от палочек и колбочек идет в зрительный нерв, а оттуда в мозг, и тогда мы видим. В передней части глаза расположен хрусталик. Это прозрачное тело, которое играет роль линзы в глазном яблоке. Через него в глаз проникает свет. Перед хрусталиком расположен зрачок. Это отверстие в радужной оболочке глаза. Он сужается и расширяется благодаря маленьким мышцам. Радужная оболочка глаза, радужка, содержит различное количество пигмента, от которого зависит цвет глаз. Так есть карие глаза, голубые и зеленые. Если пигмента нет, цвет глаз красный. Такие люди называются альбиносами. Водянистая влага камер глаза – это прозрачная желеобразная жидкость, заполняющая камеры глаза. Она необходима для питания хрусталика, так как в нем нет сосудов. Глазное яблоко крепится к мышцам, которые его поворачивают в разные стороны. Снаружи глаз защищен веком. Веки нужны, чтобы глазные яблоки не пересыхали. Закрываясь, они увлажняют глаз слезой, а ресницы защищают глаза от пыли. Глаза – очень сложный и нежный орган, поэтому к ним нужно бережно относиться. Не читать близко к лицу, не смотреть на солнце и кушать побольше морковки, в которой содержится витамин А. Он очень полезен для зрения.